И всем доброго дня. С вами Стружочек Леха, и мы пытаемся добить мастерскую. Я уже, по-моему, 2 месяца пытаюсь начать, все не получается. Нужно декорации сделать дверцы, зашить уголки и подключить выводы. И найти выводы. Вот тут где-то в стене провод. Я точно помню, но я не знаю, где он. Ладно, но это будет другая история. В общем, как рассказал раньше, купил камень, не декоративный, а обычный газоблок пятерку. Мы сейчас будем лепить на угол. Но перед этим нам будет необходим верстак, фрезер и фреза. Так. На дворе уже середина осени, поэтому время готовиться к зиме, утепляться и убирать сад. На этот раз мне повезло. Ребята из Denzel вооружили меня инструментом как раз для сада. Это электрический триммер на 1200 Вт, либо 1,2 кВт. Питается триммер от стандартной электросети на 220 Вольт. Данная модель оснащена термозащитой, то есть двигатель сам останавливается при пригреве, благодаря чему не допускается его поломка. А благодаря медной обмотке обеспечивается стабильная работа двигателя даже при высоких нагрузках. В комплекте есть специальный кожух, который защищает пользователя от вылета травы, камней и щепок. Благодаря плечевому ремню и регулируемому кольцу крепления на D-образной ручке триммера легко удержать и направлять. Сам инструмент не занимает много места, как в зоне хранения, так и во время его транспортировки. В общем, я давно хотел себе триммер для газона, триммер появился, а газон пока еще нет. Мы над этим работаем. После перформанса с данным триммером могу уже подметить плюсы и минусы чисто от себя. Начнем с того, что он легкий, вес составляет всего лишь 6 кг. Можно косить без установки, ваши плечики и руки не пострадают. Следующий плюсик – очень мощный. Мотор прямо ощущается. Обычная леска рубит даже толстые сорняки. Честно говоря, я даже удивился сам. Еще один плюсик – это триммер тихий. Это тот самый триммер, который нужно дарить вашему соседу, чтобы он по утрам не заводил свой бензиновый комбайн и не тарахтел на всю округу. Еще один плюсик – это мобильная замена лески. То есть замена лески осуществляется простым ударом катушки о землю. Тут главное не переборщить. И последний плюс, который я подметил, к данному триммеру есть еще доп. Комплектация. На него можно поставить диск и резать что-то прям вот очень жесткое до сантиметров в толщину. То есть большие крупные сорняки, маленькие деревья, что не может в принципе не радовать, конечно. И как же без минусов? И первый минус, который вы почувствуете, это проводок. Напрягает постоянно тянущаяся переноска сзади вас. Но это намного лучше, чем бензиновая тарахтелка. Уж лучше с переноской. И еще один минус, который я подметил, это уже немножко поработав триммеров. А именно кожух. Кожух не спасает от летающей травы от слова совсем. Трава летит как шрапнель при контратаке. Вообще непредсказуемо. Поэтому без широких штанов триммером лучше не пользоваться. Довольно-таки классный триммер. Я бы сказал, легкий и мощный. На данный триммер действует гарантия 3 года, а если перейти по ссылке в описании, которая находится под роликом внизу, можно прийти и подписаться на канал Denzel. Там команда постоянно проводит детальный и крутой обзор всей линейки инструмента Denzel и, конечно же, розыгрыши. А я, наверное, еще покажу. Ссылка в описании. Ничего не говорите, давно отсутствовал тут. Потихоньку зарастается хламом, настолько далеко отсутствовал, что даже ковры появились. Это уже знак, да, что пора убираться. Так, фрезер у нас есть. Так, вот фреза. Вот она. Вот такая фреза. 58 на 23. Должна мне сделать вот такую красоту на блоке. И будет чем-то похоже на мрамор, да. Потом мы покрасим красочкой, и будет вообще бомба. Я не знаю, что получится, но YouTube вроде бы... Не знаю, что получится, но YouTube вроде бы смотрится неплохо. Ребята делают там всякие интересные фигурки, правда, на дереве. Но я пробую сделать то же самое на газоблоке. Как говорится, сейчас будем делать вживую. И удивляться будем вместе, потому что никогда этого не делал. Надеюсь, все будет хорошо. Если будет плохо, таков путь. We'll be right back.
говорится, найдите 10 отличий. Вот обработанный, красивый, а вот не обработанный. И обработанный будет красивее. Я уже думаю, ну все, классно, выглядит симпатично. Берем и клеим. А нет, оказывается, есть загвоздка. Так, сейчас мы камеру поставим, детально покажу. Вот как раз сверху будет хорошо видно. Если взять два блока поставить, так, получается вот такой некрасивый угол. Соответственно, и наоборот. То есть, ну, это что-то не продумано. Если сделать, постараться подобрать их прямо вот, чтобы они чуть касались, еще более убого смотрится. Поэтому придется косяк доработать. А именно, со стороны получается, скажем так, наружнее, с внутренней снять еще маленькую фаску, миллиметра 4-3. Как раз два элемента будут стыковываться друг на друга, и тут не будет видно просвета. Да, это я сам придумал, но вариант есть. Как раз нам для этого особо-то ничего не нужно делать. У меня вот завалялась вот такая вот маленькая фреза. Как раз должно хватить половинки ее. Но после методов, наверное, мы испытаем сзади, как будет у нас лицевой вид. Сзади попробуем, ну и покажу, что получилось, либо не получилось. Тестируем. Сложно сейчас дать оценку, потому что сделано 3,5 блока. Я хоть посмотреть, как получается, хоть похоже на что-то, не похоже. Ничего не понятно, ничего не похоже. Плюс от горы мусора, скорее всего, за домом придется сделать и дровницу, и открытый склад, чтобы это все переместить. Здесь уже места нет. А кто смотрел начало видео, в мастерской уже тоже потихоньку захламляют. Вот ковры уже туда переехали. Парковка тоже забита. Откуда столько добра, непонятно. В общем, не знаю. Сомневаюсь я, правильно ли я делаю. Стык сделал под 45, вот видите, срез. Здесь его нет. А здесь он есть. Как бы состыковал. Получается, все равно стык, как бы не старался, все равно стык виден. Да, знаю, есть старый добрый силикон либо стис, можно герметиком все это заделать. Насчет того, что резина, не будет растрескивания. Надо смотреть, посмотреть, две колонны сделать со швами и две колонны сделать с герметиком. Отойти подальше и посмотреть сравнение, смотрится, не смотрится. Иногда швы подчеркивают контраст, что это камни отдельные, а иногда нет. Будет казаться, что это целиковая пластмасска приклеена. Так что все будет прямо на ходу. Будем тестировать издалека на глаз. Или проголосуем. Так, сколько времени-то? Сейчас потемнеет, поэтому давайте сначала соберем все это, а потом будем рассуждать и уже тестировать.
мне очень даже нравится. Получилось так симпатичненько смотрится. Возможно, так эффектно, потому что слишком большие блоки. Если бы половинку, наверное, и поуже, они смотрелись бы более. Так они относительно наших ромбиков, они очень большие. Ну, я в декоре не очень фанат, как бы. Подумал, что будет красиво. Сделал, получилось вроде неплохо. Силикон, да, серенький. Белого не было, сорян. В чем плюс такого фасада? Он скрывает все изъяны, все кривизны. В чем минус ровного блока? Он открывает ваши изъяны и показывает, что вы тут накосячили. В целом, конечно же, я доволен. Еще как. Наконец-то уже полностью задекорирована вся мастерская. Закончены углы. Сейчас мы их подкрасим и можем ставить точку. И как нормальные люди, пойдемте в магазин. Ах да, я не из этих. Мы идем в бункер. Там у меня запасов еще хватит на весь дом. Более чем. Ой, тут столько материала. Даже не спрашивайте, зачем это здесь все нужное. Ретушерка, как это называется, записная доска. Переделка под навеса. Будущий ЧПУ станок в 2030 году. Подоконник. Полки декоративные, полки для мастерской. Короче, можно отдельный ролик снимать, я буду перечислять до утра. Так, отвернитесь, секретный замок. Оп. О! Так, вот мы и в подвальчике. Тут все как положено, по фэншую. Так, мой отдел, вот Леха отдел. Так, это у нас... Серая не то. Это эмаль. Так, это, по-моему, просрочка. Так, грунтовка. По железу. Клея. Вот это что ли? Это мастика. Ну как же без мастики-то? Так, куда я кого-то поставил недавно? Так, это. Та-та-та-та. Вот это, наверное. Да, вот РАЛ 8717. И второе ведро RAL 8028. Я думаю, что за марк краски говорить надо. Тут, в принципе, и так все одного цвета. Так, в общем, что вот рассказывать, все долго неинтересно. Грунтуем, красим и показываем готовый эффект. Погнали. Вот такой законченный угол у меня получился. Классно, шоколадно, аккуратно
и со вкусом. Ну, что могу сказать? Получилось очень даже неплохо. Швы, конечно, вблизи видно, что они сделаны из другого материала. Но в целом придраться будет сложно. Покрашено аккуратно, на два слоя. Но на зиму, скорее всего, грунтовкой на два слоя как минимум нужно будет пройти. Иначе мы знаем, что будет дождик днем, намокло хорошенько все это, а ночью мороз. И будет разрушение, будет все разрушаться. Чем покрыть? Ну, наверное, либо жидким стеклом, либо грунтовкой глубокого на два раза. И еще лайфхак от дяди Леши, что он заметил. Вот такая поверхность, заметьте, красивее, чем вот эта. Чтобы вот здесь было так же, как вот здесь, необходимо на орбитальную шлифмашинку поставить диск, наверное, 400-й, либо 800-й. Пошкурить это все. Прям чуть-чуть, прям слегка. Тогда будет и краска ложиться аккуратнее, красиво будет выглядеть. И еще, если я буду в следующий год, я уже готовлюсь, сделать углы у большого дома, также будет красиво. Нужно сначала, перед тем, как мы будем приступать к работам, взять правило большое, приложить и исключить вот такие вот моменты. Да, у меня это косяк, но это мастерская, да, там или сарай, что там еще. Ничего страшного, а вот для дома будет страшно. Поэтому для себя я отмечу, ну а вы смотрите сами. На этом, в принципе, все. В дальнейшем будут у нас длительные маленькие доделки. Это будут повешены светильнички, вот где-то вот здесь два. Дверь будет покрашена. Софиты подшивать, наверное, не буду. Ну, это мастерская, нет смысла. А вот белым цветом здесь покрасить и повесить вот эти вот колечки, видите? Диванчик такой. И это я сделаю. Когда, не знаю. Ой, у меня теперь проблема следующая. Близится морозы через месяц, а забор так и не появился. Но зато видите столбики. Да. Поэтому пока в перспективе забор. Но это уже совсем другая история. Так что все, давайте, не болейте, не скучайте. Мастерская готова на 99%. Так, это не смотрите, это случайно попало в кадр.